Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и игра Port Royal 4. Добро пожаловать, прошу прощения за голос, после болезни, в общем. Да, мы сейчас сразу же параметры, сразу же звук, основная громкость на 80 ставим, звуки окружения тоже на 80, интерфейс тоже на 80. Музыку. Музыку где-то на 40, на 50. Детали графики. Решение нормально высокое. Графика. Включено облака. Почему облака выключены? Инверсия приближения удаления. Субтитры. Включим. И ход игры. Выходить, сохранить, сделать изменения. Так точно. Геймпад нет. Автоматическая фокусировка на карманах. Сохраним подсказки от вице-короля только при торговле пазу в диалогу, анимация от во время морских боев, как обычно, исторические факты, прокрутка мыши. В общем, добро пожаловать в Port Royal 4, да, расскажу вкратце, я в Port Royal как-то играл, ну давненько, лет так 15 назад, наверное, уже не помню, какая она там, вторая или первая игра была. В общем, двояко было на то ощущение, ну то есть не знал, как или с чего или почему. Ну в общем, загрузить обучение компании. Давайте компанию, я правда не знаю, пропустить обучение, вы точно хотите выйти в море вот прям так без подготовки? Само собой вы умница. Большой талант и все такое, но в морском деле вы еще салага и знать не знаете, что да как. Так что не желаете ли заглянуть ко мне в школу, там все не так плохо, честно, моряцкая. Ну хорошо, давайте, так и быть. Основы управления. Погнали. Быстренько обучимся, это первый взгляд на игру. Хе-хе-хе! Вы что же это, по своей воле хотите подняться на борт? Обычно салаг вроде вас накачивают ромом в прибрежном кабаке, затаскивают на корабль и отдают концы, покуда они не проспятся. Ну да как знаете. Меня звать Сэмом. Я тут капитан. Могу вас кое-чему научить. Очень приятно, Сэм. Ну, давай. Что в море важнее всего, так это знать, куда плывешь. Залезайте-ка на смотровую площадку, берите подзорную трубу, да осмотритесь вокруг. Осматриваться тоже можно во всех направлениях. Чтобы понять, где ты находишься, нужна, само собой, хорошая морская карта. В здешних краях расположено 60 городов. Испанских, английских, французских, да еще и у тех богатеев из Нидерландов есть свои города. Ну и, само собой, пираты со всего свету тоже тут как тут. Это да. Один караван от другого отличить дело нехитрое. К примеру, бывают караваны купеческие, а бывают военные. Наверняка, правда, не скажешь, пока сам ближе не подойдешь. А кое от кого лучше бы держаться подальше. Хм, это точно. Взгляните-ка поподробнее на Порт-Рояль. Как-никак, это теперь ваш родной город. Стоит он на острове посреди Карибского моря. А в городском порту ваш караван. Выберите-ка его. Без кораблей торговли не будет, ясное дело. В таком вот караване может быть аж до 10 судов. Но да с вас пока и одного хватит. Покуда вы не сможете нанять моряков до хорошего капитана, придется вам с ним управляться самостоятельно.
Сейчас невозможно. Посмотрите, из чего состоит караван. В море мы ходим не на прогулку. Весь смысл тут в торговле между городами, в товарах и в золоте. Выберите город Порт-Рояль, чтобы открылся диалог города. Только выбирать город надо целиком, а не отдельное здание. Так что не слишком приближайте картинку. Город – ничто без своего населения. А оно состоит из работников и их семей. Работники трудятся на предприятиях и фермах, производят товары. Колония Англия. Жители 1662 из числа работников 498. Из подземного пространства денесущую работу 40. Сельское хозяйство, добыча ресурсов. Кофе, хлопок, сахар и зерно. В этом городе нужно построить больше жилых районов, поскольку людям не хватает жилья. В целом в городе жители примерно в 4 раза больше, чем работников. Утонченному джентльмену угодить не так просто. Очень важно, чтобы население города было всем довольно, а не то начнет разбегаться. Главную роль здесь играет снабжение товарами. Выберите-ка теперь вкладку производства. Само собой, в каждом городе производят свои товары. Их может быть до 7 разных видов. Но людям-то этого мало. Вот тут-то и вступает в дело торговля, а с ней ваш караван. Он может привозить жителям города то, что они сами не производят. Выберите-ка теперь вкладку торговли между городом и караваном. Все, что нужно человеку, можно найти на рынке. А ежели нельзя, тогда человек становится недоволен. При каждом пункте показано также производство, потребление и текущая цена. Чем лучше удовлетворен спрос на тот или иной товар на предстоящие несколько недель, тем ниже цена. Оно ведь и понятно, да? Так что те товары, что производят тут же в городе, обычно и стоят недорого. Выберите-ка теперь зерно и купите его 20 бочек. Покуда зерно загружают к вам на борт, поглядим, где в нем имеется нехватка. Там товар можно будет продать с прибылью, да и людей порадовать. Закройте диалог города. Если отодвинете карту подальше, увидите к северо-востоку от Порт-Рояля еще города. Наводите на них курсор, чтобы поглядеть, какие товары там производят. Тортуга вроде ничего местечко. Отправьте туда свой караван. Когда отправляете свой караван в какой-нибудь порт, то глядите, чтобы весь город подсветился. Вам же надо будет в гавани причалить, а не на рейде болтаться. Теперь будем ждать, пока ваш караван не дойдет до Тортуги. А если долго ждать неохота, отодвиньте карту. Чем мельче ее масштаб, тем быстрее идет время. Да. Скорость игры.
английский военный написано. Давило. Ну что, мы приплыли, в общем-то. Ну вот мы и в Тартуге. Ни один вечер не обходится без пива, рома и драк. И не поторгуешь ничем без разрешения. Так что первым делом откройте меню города и получите торговую лицензию. Торговая лицензия. Чтобы торговать в этом городе, вы можете купить торговую лицензию за 10 тысяч. Ничего так себе. Теперь опять откройте вкладку торговли и продайте городу все свое зерно. Молодчина! С товарами да ценами вам еще предстоит разобраться. Но скажу, что больше всего денег можно заработать на торговле. Так что предлагаю вам особый курс основ экономики Карибов. И заодно урок на тему, как создавать автоматические торговые маршруты. Классно. Кстати говоря, в Порт-Рояле требуется древесина. Купите здесь 50 единиц и возвращайтесь в Порт-Рояль. Там надо будет кое-что сделать на верфи. Древесина, хорошо, 50 там. Покуда караван в пути, вот что я вам еще скажу. Караваны денег стоят. На содержание и на ремонт. Так что старайтесь не гонять их впустую. Загружайте трюмы как можно полней. Да я вот думаю, что ты мне 50 только. Туда 20, сюда 50. Странный ты какой-то, однако, старичок. Порт-Рояль! О, этот запах водорослей, тухлой рыбы и надежд разбогатеть! Приближайте изображение города, пока не разглядите верфь, и выберите ее. Если караван подолгу бывает в море, корабли надо очищать от нарастающих ракушек. Вот для этого-то и есть верфь. Хотя и новым суденышком тут можно разжиться, если надо больше места под груз. Купите новое судно, а больше нам тут пока делать нечего. Шлюп? Только шлюп купить? Судно куплено. Ваше судно пока что на верфи, так что его даже и не видно. Сперва его нужно будет включить в состав каравана. Это делается в здании маяка. Выберите его. Тут слева вы видите выбранный караван, а справа неиспользуемые суда. Если судно выбрать, оно перейдет на другую сторону. Так можно увеличивать или уменьшать размеры караванов, а то и вообще их распускать. Если ни один караван не выбран, из свободных судов можно сформировать новый. Добавьте свое новое судно к имеющемуся каравану. Неплохо для салаги. Все основы вы освоили. Да, еще одну вещь скажу. Если вам где попадется такой вот значок информации, с его помощью можно открыть нужную страницу руководства для карибских торговцев. Попробуйте. Неужели? Значок информации всегда позволяет открыть нужное место в руководстве. Ну или можно в любой момент просто открыть руководство и полистать. Что ж, основы у вас в голове улеглись, я надеюсь. Только помните, вокруг всегда немало тех, кто рад бы отправить вас за борт. Так что я бы вам советовал взять у меня еще несколько уроков. Не волнуйтесь, они будут уже не такими длинными.
Данный учебный курс завершен. Вы хотите сейчас начать новый учебный курс? Ну, давайте новый учебный курс. Ну что? Все отдохнули и готовы слушать о том, как устроена экономика Карибов? Приступим! Для начала выберите свой караван, стоящий в гавани Порт-Рояля. Это ведь не сложно? Загляните в трюмы своего каравана. Посмотрите, что туда сейчас загрузили. Это нам позже пригодится. Ого! Сколько пива! Пиво – штука важная. Им не так скоро напьешься до пьяна, как ромом. Но и живот не заболит, как от протухшей воды. Откройте теперь диалог города Порт-Рояль. Для этого надо либо выбрать весь город с большого расстояния, либо, если изображение приближено, выбрать ратушу или незастроенные участки. Здесь можно видеть городское население, тех, кто живет в городе, и о чьих нуждах надо заботиться. Примерно четверть из них – это работники. Кое-что из товаров, которые они производят, можно продавать в другие города. Пониже показано, что в этом городе можно выращивать и добывать, и насколько эффективно. Потребительский спрос всегда есть на все, что угодно. Так что разнообразие товаров влияет на удовлетворенность населения. Однако для небольших городков важнее товары попроще. Если город растет, жители становятся требовательней, и увеличивается важность товаров более высокого класса. Переключитесь теперь на вкладку «Производство» и посмотрите, что в этом городе производится. В каждом городе могут производить до 7 видов товаров. Здесь видно, сколько чего производится в Порт-Рояле в день. Это гораздо больше, чем нужно самим его жителям. Значит, излишки можно продавать в другие города. А когда-нибудь здесь появятся и ваши собственные предприятия. Перейдите теперь на вкладку торговли между городом и караваном и посмотрите, что там с товарами на городском рынке. Здесь вы видите все имеющиеся в наличии товары, выстроенные по порядку их важности для населения. В первой колонке уровень насыщения рынка данным товаром. Это соотношение между предложением и спросом. От двух зеленых полосок и выше товар не является редкостью, от четырех и выше имеется в изобилии. Здесь показано, сколько товара имеется на складах городского рынка, а сколько в трюмах выбранного каравана. Само собой, для этого караван должен стоять на якоре в гавани этого же города. Покупка и продажа товара означают, что вы перемещаете их между городом и караваном. Здесь видно, что производит и что потребляет город. В том числе и такие товары, которые служат сырьем для производства других. Сравните складские запасы и уровень насыщения рынка. Чем дольше должно хватать запасов, тем спокойнее и довольнее население. Цена на тот или иной товар все время меняется, поскольку зависит от предложения и спроса. Чем выше уровень насыщения рынка, тем ниже цена. На первое время запомните. Покупаем, пока видим не меньше двух зеленых полосок. Продаем, пока их не станет две. В последнем столбце показана средняя цена, которую вы заплатили за данный товар. Продавать, само собой, всегда нужно по более высокой цене. Посмотрим на цену пива. Средняя цена, по которой вы его приобрели, ниже, чем текущая цена в этом городе. Людям нужно пиво, и вы можете удовлетворить их потребности. Для этого выберите товар и потихонечку перетащите количество справа налево. Вы увидите, как растет запас и уровень насыщения в городе, и как падает цена за единицу товара. Продайте городу свои запасы пива и закройте диалог.
Очень хорошо. А теперь покажите, чему научились. В Порт-Рояле сейчас очень много зерна. Купите по меньшей мере 100 бочек. Товар на борту. Теперь надо решить, куда мы его повезем. Я рекомендую Порт-о-Пренс. Это к востоку от Порт-Рояля. Приведите туда свой караван, откройте диалог города и получите торговую лицензию. Ну, а потом продайте городу свое зерно. Свой караван, откройте диалог города и получите торговую лицензию. Ну, а потом продайте свое зерно. В общем-то, все понятно. Тартуга, Порт-о-Пренс. Лицензия, ну, торговая лицензия. Где я теперь? Вот. Отлично! Вот и весь краткий курс карибской экономики для начинающих. В общем-то, все очень просто. Покупаем дешево, продаем дорого. И смотрите, не пропейте всю прибыль. Сейчас вам должно уже быть понятно, от чего зависят цены на товары. Поначалу всю торговлю вам придется осуществлять своими руками. А позднее вы сможете прокладывать торговые маршруты и поручить ведение дел своим караванам. Конечно, в полном соответствии с вашими указаниями. Простите, учебный курс завершен в управлении караваном.
Давайте Карабан еще пройдем. Правление Карабана. Вы хотите бороздить моря со всеми удобствами, наслаждаясь игрой ветров и волн? Тогда вы ошиблись адресом. Я буду учить вас организовывать караваны так, чтобы они приносили как можно больше дохода. Вот прямо сейчас и начнем. Выберите свой караван, стоящий на якоре у порт-рояля. Здесь вы узнаете, есть ли дополнительные моряки в караване. Их можно нанять в меню торговля, если в городе есть работники. Нанимать моряков на боевые корабли нужно только на время морских сражений. Здесь отображается общее количество пушек каравана. Караван может вступать в морские сражения, если в нем есть боевые корабли, потому что только на таких кораблях есть пушки. После начала сражения моряки каравана перейдут на боевые корабли. Из чего состоит караван, вы уже знаете. Выберите ту его часть, где представлены суда. Здесь показаны суда вашего каравана. Важно понимать разницу между караваном и судном, даже если караван состоит всего из одного судна. Допустим, вы купили судно на верфи. Там оно и будет находиться до тех пор, пока вы не включите его в состав каравана. И только после этого получит экипаж и выйдет в гавань. С этого момента вы сможете нагрузить судно товарами и вывести в море. Незадействованные суда – это как мертвый капитал. Пользы от них никакой, хотя и расходов они не требуют. Когда речь идет о судах, в городе есть две важных с этой точки зрения постройки – верфь и маяк. Сперва давайте-ка осмотрим верфь Порт-Рояля. Выберите ее, и мы попадем внутрь. Надо достаточно увеличить изображение города, иначе выбирать отдельные здания не получится. На верфи можно ремонтировать, покупать и продавать суда. Как видите, судно из вашего каравана было бы неплохо подлатать. Займитесь. Отлично. А пока идет ремонт, посмотрим, что за корабли на этой верфи сейчас выставлены на продажу. Для этого выберите следующую область верфи. На тех верфях, что покрупнее, иногда можно купить подержанные суда. Например, если прежний владелец обанкротился. Для вас это хорошая возможность быстро и без труда разжиться суденышком. Купите вот эти два корабля, что здесь выставлены на продажу. Для этого военного фрегата требуются очки командования. То же самое касается вообще любых судов, вооруженных пушками. Их можно включать в состав только такого каравана, где есть капитан. А капитаны, знаете ли, на деревьях не растут. Для покупки самых больших судов надо сперва доказать, что ты верен своей державе, и накопить славу. Здесь она представлена очками славы. Ваша слава возрастает, если вы делаете то, что по нраву нашему дражайшему вице-королю. Подробнее об этом в другой раз. Посмотрите, из чего еще состоит верх. Тут можно продавать суда, когда они вам больше не нужны. И можно строить корабли на заказ. Правда, это дело не быстрое. Да к тому же надо, чтобы на городском рынке хватало строительных материалов. Чтобы формировать новые караваны или включать суда в состав уже существующих, нужен маяк. Закройте-ка верфь и откройте маяк Порт-Рояль. Слева показан выбранный караван, а справа вы можете видеть свои свободные суда, стоящие в гавани. Чтобы судно из гавани перешло в состав каравана, его просто надо выбрать. Если же ни один караван, стоящий в гавани, не выбран, тогда слева будет показан новый караван, который можно составить из этих судов. Закройте маяк обратно. Так вот, стало быть, насчет капитанов. Выберите у каравана вкладку «Капитанов». Вообще-то караван может ходить по морю без капитана. Но капитан,
улучшает многие его характеристики, а также позволяет включать в состав каравана вооруженные суда. Вот только найти такого капитана нелегко. И на каждого из них нужна капитанская лицензия. Получить капитанскую лицензию можно у своего вице-короля. Но об этом на другом уроке. Если к вам хочет наняться какой-нибудь капитан, это будет показано здесь. Пока что откройте диалог капитана. Здесь видно, что за капитаны состоят у вас на службе или хотят к вам наняться. У каждого капитана свои навыки, которые со временем улучшаются. Изучите здесь все, после чего наймите капитана. Капитан бесплатно работать не будет. Так что, наняв, не забудьте дать ему под команду караван, а не то будете платить ни за что. Теперь назначьте капитана командовать караваном. Очень хорошо. Очки командования позволяют капитанам управлять вооруженными судами. Чем выше уровень капитана, тем больше очков командования у него в распоряжении. Ну и на этом с судами и караванами мы закончили. До встречи! Организация торговых маршрутов. Спасибо, что пришли послушать, как устроены торговые маршруты. Урок наш можно было бы еще назвать так: 10 способов испортить кому-нибудь дела. Я расскажу вам, как поднять товарооборот. Для начала выберите свой караван, который стоит на якоре возле Картахены, и откройте вкладку торговых маршрутов. Пока караван у вас всего один, вы, конечно, можете всем заниматься сами. Закупками товаров, перевозкой, продажами. Но ведь караванов-то у вас со временем станет больше, и это уже будет как-то не с руки. Так что надо вам научиться отдавать караванам приказы, чтобы все это делалось автоматически. А для этого как раз и нужны торговые маршруты. Щелкните по кнопке «Торговые маршруты». Откроется диалог, в котором вам надо будет выбрать пункт «Создать маршрут». Здесь можно создавать новые торговые маршруты и назначать их своим караваном. В только что созданном маршруте не указан ни один город, так что сперва его нужно будет отредактировать. Это у нас навигационная карта. На ней показаны направления и сила всех ветров. При попутном ветре караван, само собой, движется быстрее, а время – деньги. В тех областях, что показаны красным, бывают шторма. Это увеличивает риск повреждения вашего каравана. Вот так выглядят маловетренные области. В них караваны движутся очень медленно, так что их обычно избегают. Окрашенные области вблизи от берегов – это мелководье и рифы. Корабли с большой осадкой здесь должны двигаться очень осторожно, так что теряют скорость. Ну а у караванов, в которых все корабли имеют неглубокую осадку, никаких проблем тут не возникает. Теперь гляньте налево. Здесь вы видите города, в которых вы купили торговую лицензию, и то, что каждый из них производит в данный момент. Создайте маршрут, ведущий через эти 4 города. Просто выберите их в следующем порядке: Картахена, Портабелло, Блуфилдс, Пуэрто-Кабесас. Портабелло, Блуфилдс, Блуфилдс и Порто-Кабесас.
Сейчас. Как видите, все города появились в списке. И даже точный курс проложен. Только маршрут у нас получился не очень-то удобный. Каравану часто придется идти против ветра, то есть очень медленно. Первое, что надо сделать, это поменять порядок городов. Чтобы переместить город по списку, надо его выбрать и перетащить. Перестройте список в следующем порядке. Картахена, Пуэрто, КПСС. Хена, Пуэрто, КПСС, Блуфилдс, Пуэрто. Как видите, маршрут уже гораздо лучше соответствует направлению ветров. Но его можно сделать еще удобней. Сейчас он проходит через маловетренную область. Вставьте путевую вешку в помеченном месте и сдвиньте ее вверх, к другой пометке за пределами зоны штиля. Сами увидите, как это сократит длительность прохождения маршрута. Понятно, что улучшать маршрут можно и в других его частях, чтобы лучше учесть ветра, избегать возможных штормов или же мелководья и рифов. Поэкспериментируйте, после чего выберите в списке город Картахена и дадим каравану приказы, что там нужно будет делать. Вашим людям надо знать, что где купить, что продать, а к чему вообще лучше не прикасаться. Вы им дадите соответствующие указания, а они будут им следовать. Не волнуйтесь, это только кажется сложно. Те товары, что производят в городе, чаще всего имеются там в изобилии. А это значит, что там они дешевы. Так что где-нибудь еще их можно будет продать с большой выгодой. Найдите хлопок и прикажите его покупать. Тогда ваши люди будут закупать хлопок повсюду на маршруте, где только он продается, и цена достаточно невелика. Хлопок, хлопок. Но ведь ваши люди вовсе не дураки. Если приказа продавать тот или иной товар нет, если нет спроса, или если цена покупки слишком высока, они покупать не станут. Если вам требуется доставить куда-то какой-то конкретный товар, невзирая на его редкость и дороговизну, тогда вы можете отключить эти автоматические расчеты и указать максимальную цену закупки. Но на первых порах о таких вещах даже не думайте. Найдите в Картахене еще два вида товаров, которые вам хочется купить, а потом перейдите к городу Пуэрто Кабесас. Пуэрто Кабесас, то, что вы велели своим людям купить в Картахене, очень пригодится. Так что отметьте эти товары для продажи. Кстати, если выбрать какой-то товар, то в списке городов будет показано, где его покупают и где продают. Само собой, вы также можете задать дополнительное предпочтение по приоритету, количеству и цене продажи. Но пока что это не так важно. А позже, если захотите в этом разобраться, просто загляните в мои подсказки. Итак, теперь у вас есть несложный маршрут. Конечно же, вы можете дать дополнительные указания для других городов. В общем, поизучайте тут все сами, если есть охота. Как закончите,
Закройте режим редактирования маршрута. Хорошо. Вот это. Да? А чё он не хочет? Прикольно. А, понял. Я тебя понял. Нормально, КБС. Блин, так нечестно. Предать. Теперь вы видите всевозможные сведения об этом маршруте. Но поскольку сам маршрут-то еще совсем новый, то по большей части тут одни нули. И так оно и дальше будет, пока по маршруту не пойдут караваны. Так что назначьте этот маршрут выбранному каравану. Ну а теперь осталось только дать каравану приказ следовать по маршруту. Очень хорошо. Если вы теперь закроете диалог маршрута, то увидите, как ваш караван поднимает паруса и приступает к исполнению приказа. В порту Картахены вас ждут еще два готовых каравана. Вот здесь наверху показано, сколько у вас сейчас караванов, не имеющих маршрута. Такой караван можно выбрать или напрямую на карте мира, или переключаясь между ними. Выберите незанятый караван. Отправьте этот караван по тому маршруту, что вы только что создали. Снова откройте режим маршрутов. А теперь выберите пункт «Назначить маршрут» и отдайте приказ каравану. Отлично! Как вы поняли, по одному маршруту может ходить несколько караванов. Особенно полезно это, если маршрут очень длинный и товаров перевозить нужно много. Этот-то маршрут короткий. И грузов по нему вы перевозите довольно мало. Но ведь города будут расти. Ясное дело, что маршрут в любой момент можно менять, продлевать и улучшать. Все изменения сразу вступают в силу для всех затронутых ими караванов. И еще одно, последнее. В диалоге торгового маршрута можно увидеть сведения о различных маршрутах и о торговом балансе каждого отдельно взятого каравана. А теперь закройте меню «Торговый маршрут» и зайдите в раздел «Караваны и города». Среди прочего показаны все ваши караваны и суда. Можно посмотреть и торговый баланс ваших караванов, идущих сейчас по тому или иному маршруту. Так что сразу видно, приносит ли караван прибыль или одни расходы. Ну и на этом наш урок закончен. Вы узнали все самое важное о торговых маршрутах. Кстати, если со временем у вас будут в городах собственные склады, их тоже можно будет загружать товарами с помощью маршрутов. Об этом я поподробнее расскажу, если речь у нас пойдет о производстве. И снова производство. А сейчас мы научимся производить ту или иную продукцию. Добро пожаловать на урок, посвященный производству и тому, почему лучше производить товар самому, а не покупать у других. Ну и еще кое-каких хитростей карибской экономики. Как вы уже знаете, покупая товары дешево и продавая их дорого, можно неплохо нажиться. Но может случиться и так, что купить у вас готовы будут больше, чем имеется в наличии. Скажем, если производство слабое, или если слишком много желающих расхватать у вас товар из-под носа. Тогда имеет смысл задуматься, а не наладить ли собственное производство. Само собой, что производство связано с расходами на строительство зданий, сырье и рабочую силу. Но если все идет своим путем, вы сможете производить товар не так уж и дорого, а продавать его там, где на него есть спрос, с солидной выгодой. А оптимизация позволит вам еще больше сократить издержки и, значит, поспособствовать росту вашей прибыли.
Будем считать, что на этом уроке ваш родной город Картахена. Откройте диалог города. Здесь вы видите, что именно и с какой эффективностью здесь можно выращивать и добывать. Ремесленные товары, само собой, можно производить где угодно, потому что это зависит от сырья, а не от особенностей той или иной местности. Вот здесь видно, какие товары сейчас производятся в городе. Каждый город может производить до 7 разных видов товаров. Тут же со временем будут показаны и ваши собственные предприятия. Эти числа обозначают, сколько какого товара производится в городе за день и сколько может производиться. Если, например, не хватает работников или сырья, это замедляет производство. Производить надо только те товары, которые в здешних краях встречаются редко. Ведь производство – дело дорогое. И если вы создадите избыточное предложение, цены упадут, и вас ждут убытки. То же самое касается и других производителей в городе. Если производство приносит им убытки, они будут его сокращать или даже вообще закроют свои предприятия. Это я вам говорю на всякий случай. Мало ли какие у вас планы. Посмотрите здесь, на какие товары имеется спрос. Один из таких товаров – овощи. И в Картахене их сейчас не выращивают, а могли бы. Кроме того, в окрестных городах овощей мало, и вы это быстро поймете, как только начнете ими торговать. Поскольку же овощи в списке потребностей занимают довольно высокое место, для небольших городов их значение велико. Выходит, что выращивать овощи – хорошая идея. Для этого закройте сейчас этот диалог и откройте меню строительства. В первом разделе меню строительства можно строить городские здания. Например, жилые районы и часовни. Но об этом поговорим на следующем уроке. Во втором разделе вы найдете производственные предприятия. Те из них, что затемнены, здесь строить нельзя. Нет подходящих условий. Если сдвинуть камеру южнее Картахены, к городу Никакли, вы увидите, как возможности для постройки меняются. Разумеется, нельзя, где попало, строить что угодно. В первую очередь, надо получить торговую лицензию, чтобы вы могли торговать и росла ваша слава. Только тогда вы можете получить разрешение на строительство предприятий. Для строительства городских зданий нужно будет получить у вице-короля право на руководство городом. Осмотрим Картахену и выясним, где есть подходящие места для строительства фермы, чтобы выращивать овощи. Выберите предприятие и приближайте изображение города до тех пор, пока не станут видны места для строительства, окрашенные в разные цвета. Участки будут двух видов – довольно-таки неподходящие и нейтральные. Серые участки обозначают недостатки. Переместите изображение к такому участку. Тут видно, что здесь ваши действия угрожают плохо сказаться на удовлетворенности обитателей нескольких жилых районов. На нейтральных участках негативных факторов нет. Вот там-то и постройте сейчас овощную ферму. Хорошо. Контракт на строительство размещен. Здесь вы видите, какие нужны строительные материалы и во что они вам обойдутся вместе с работами. Насчет строителей не беспокойтесь, но учтите, что приступить к делу они могут только тогда, когда в городе есть запас строительных товаров. С этим вы при необходимости можете помочь. Закройте меню строительства и переместите изображение так, чтобы видеть предприятие, которому только что заложили основу. В области информации вы видите, кому это будущее здание принадлежит и есть ли в чем-то нехватка для его строительства. Если есть, то вы можете либо где-нибудь раздобыть недостающие материалы и продать их городу.
либо подождать, пока это сделает кто-то еще. Без работников, само собой, ничего работать не будет. Не сами же вы будете морковку дергать из земли. Откройте диалог города, выбрав пустой участок или одно из городских зданий. Здесь видно, сколько сейчас в городе людей, ищущих работу. Такие люди прибывают из Европы в столицу вице-короля с серебряными флотами. А затем их развозят по другим городам торговые караваны. Тут можно применить одну хитрость. Если уволить матросов, они автоматически пополнят ряды тех, кто ищет работу. Чтобы ищущие работу прибывали в город и оставались там до тех пор, пока ее не найдут, нужно, чтобы уровень удовлетворенности в городе был не ниже 40%. Обычно это не такая уж и проблема, но по мере того, как города растут, повышаются и требования их жителей. Однако работникам нужно жилье для них самих и для их семей. Если жилья в городе не хватает, ваши предприятия больше не смогут нанимать рабочую силу. Если это вы управляете городом, а, например, своим родным городом управляете именно вы, тогда никто, кроме вас, ничего здесь не строит. Значит, это вам нужно обеспечить горожан жильем. А вот если управляете городом не вы, тогда придется ждать, пока это сделают городские власти. Впрочем, если дела в городе идут хорошо и строительных материалов хватает, ждать придется недолго. Давайте немного ускорим ход событий. Ваша ферма готова, и работников на ней столько, сколько нужно. Теперь переключитесь на вкладку производства и выберите пункт «Овощи». Здесь показано городское производство овощей. Ваше предприятие тоже вносит в него свой вклад. И уже завтра вы увидите, сколько товаров в день производит ваша новая ферма. Пока у вас нет в городе собственного склада, произведенные овощи будут ежедневно продаваться городу по текущей цене. Если предприятие работает эффективно, а город не завален избыточным предложением овощей, ничего дурного в этом нет. Конечно, предотвратить избыточное предложение вы можете, сами продавая товары другим городам, например, с помощью торговых маршрутов. А если и соседние города завалены овощами, можно на время полностью прекратить производство, чтобы не произошло резкого падения цен. Овощи нужно выращивать. Другие товары, скажем, железо или уголь, добывают. А еще есть ремесленные предприятия, где что-то делается из сырья. Например, ткацкие фабрики. Там придут и ткут хлопок, так что получается ткань. Именно такой ткацкой фабрики сейчас не хватает в Картахене. Беритесь за дело. Очень хорошо. Давайте немного ускоримся. Выйдите из меню строительства и выберите ткацкую фабрику, чтобы посмотреть, как там дела с производством. Здесь видно, какое сырье требуется вам для производства ткани. Пока у вас нет в городе склада для хранения товаров, предприятие автоматически покупает у города хлопок по мере надобности, и город уже продает произведенную ткань. И на этом урок по теме «Основы производства» завершен. Теперь вы знаете, почему производить надо только те товары, на которые есть спрос. А еще надо все время следить, чтобы вашим предприятиям хватало сырья, потому что иначе работники станут попусту просиживать штаны за ваши денежки. Подробнее развитие города. Поехали! Подробнее о развитии города. Честно говоря, как-то уже скучно становится. Развивать в городах производство вы уже научились. Но в таких городах, как ваш родной, которыми вы сами управляете, от вас зависят также условия жизни горожан и возможности улучшить эффективность предприятий. Откройте меню строительства.
Прямо в первом же разделе находятся все постройки, в которых не производятся никакие товары. В одних горожане живут, другие увеличивают их удовлетворенность или привлекают в город больше рабочей силы. Наводя курсор на здание, можно получить подробные сведения о нем. Как видите, многие постройки оказывают положительное влияние на другие здания или даже на весь город. Самое важное помимо предприятий – это, конечно, жилье. Выберите жилой район. Его вам сейчас и предстоит построить. В жилом районе может обитать много народу. Оно и к лучшему, поскольку у большинства работников есть семьи. Дети, супруги, старики-родители и так далее. Работать ходят лишь примерно четверть жителей. Так что жилья нужно с расчетом в 4 раза больше, чем количество работников. Иначе в город перестанут приезжать люди. Если посмотреть на возможные участки для устройства жилых районов в Порт-Рояле, вы увидите разные цвета. Они показывают более и менее подходящие места для строительства. Такой цвет означает, что преимущества перевешивают недостатки. Наведите курсор на один из этих участков, чтобы увидеть, в чем состоят эти преимущества и откуда они берутся. Здесь, а вот селиться возле сельскохозяйственных предприятий или шахт никто не любит. Больно уж много там всякой суеты, а порой еще и шума и вони. Из-за этого удовлетворенность жителей падает. К тому же негативные влияния еще и суммируются. Найдите хорошее место для жилого района и прикажите его построить. С ремесленными предприятиями все обстоит иначе. Здесь близость к жилым районам – это хорошо, потому что работникам не придется добираться издалека. Но положительную роль играют и предприятия, поставляющие сырье для данного производства. Выберите, к примеру, пивовар. Пивоварни лучше всего строить рядом с жилыми районами и зерновыми фермами, потому что пиво варят из зерна, а работникам не придется далеко добираться на работу. Постройте пивоварню. Очень хорошо. К слову, если какому-то предприятию требуется больше, чем один вид ресурсов, то каждое находящееся неподалеку предприятие по производству сырья будет ему приносить дополнительный бонус. Еще одно здание, которое положительно влияет на производство, это мастерская инструментов. Выберите-ка ее. Мастерская инструментов увеличивает эффективность находящихся поблизости добывающих предприятий, например, угольных шахт. Думаю, принцип вам теперь понятен. Главное, при выборе участка для постройки всегда учитывайте преимущества и недостатки. Для этого и, как всегда, последняя деталь. Многим ремесленным предприятиям, вроде пивоварни, и особым городским зданиям, например, мастерским инструментам, требуется концессия. Ее можно получить у вице-короля, когда у вас будет достаточно славы. Об этом поговорим на следующем уроке. Вице-король. Сейчас будет урок о вице-короле. Добро пожаловать на факультет дипломатии школы морской торговли имени Сэмми. Сегодняшняя наша тема – вице-короли – быстрый путь к славе. Если без лишних сложностей, то вице-король – это самый большой начальник в колониях вашей державы. Он за вами приглядывает, снабжает вас нужными сведениями и может отблагодарить за службу родине. Вы всегда можете обратиться к вице-королю. Сделайте это сейчас. Вы пришли предложить мне свою помощь? Здесь, на первой вкладке, вице-король сообщает вам о сложившейся на данный момент ситуации. Особенно важны для вас отношения с другими державами, потому что во вражеские города обычно нельзя заходить. Но есть у вице-короля и задания для вас. Выполнять их не обязательно. Но если выполните, получите за это славу. А эта штука важная, поскольку без славы не получить ни концессий на ремесленное предприятие, ни больших судов,
ни права управлять городами. Перейдите теперь на закладку славы. Как видите, сейчас в Англии слава у вас не то чтобы хорошая. Но это и нормально, потому что вы ведь еще только начинаете свою карьеру. Если наберете достаточно славы, получите очко славы, которое можно будет обменять у вице-короля на некоторые привилегии. Англия регулярно присылает в колонии серебряные флоты. В Порт-Рояле они загружаются разными колониальными товарами и везут их в Европу. Здесь показано, сколько товаров флот хотел бы увезти в следующий раз и сколько вы их продали в Порт-Рояле. Для вас тут выгода двойная. Это приносит и деньги, и славу. Если у вас есть про запас очко славы и достаточно работников в каком-нибудь городе, вы можете попросить вице-короля, чтобы он передал управление города вам. Тогда там все будет делаться по-вашему, и без вашего дозволения не построят ни один дом, ни одно предприятие. В итоге город будет строиться согласно вашим представлениям. Теперь откройте следующий раздел. Без наших европейских соседей жизнь была бы, конечно, куда проще. Здесь показано, что за взбалмошные хлыщи их вице-короли и где они живут. Вам, слава богу, придется иметь дело только с нашим собственным вице-королем. А все изящные приемы английской дипломатии – не ваша забота. Идем в следующий раздел. Пираты. Все известные вице-королю пираты Карибского моря заносятся в этот список. Вы же можете по собственному усмотрению выслеживать безбожных негодников и получать за это славу. Еще более престижно – выследить пиратский караван, найти логово пиратов и выкурить их оттуда. И теперь переходим к последнему разделу – концессиям. Само собой, не всякому торговцу дозволено вот так вот раз и открыть пивоварню. Для ремесленных предприятий, боевых судов и особых городских зданий требуется одобрение со стороны вице-короля. То же самое касается и каждого капитана, которого вы захотите нанять. Здесь можно получить концессию за каждое очко славы. Все поняли? Тогда поздравляю вас с окончанием данного учебного курса. Прежде чем завершится урок, можете еще немного здесь осмотреться. Морские бои. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, едкий запах порохового дыма и треск бортов при столкновении. Где пираты и вражеские военные караваны, там и морские сражения. Чтобы первый же бой не стал для вас последним, предлагаю вам этот урок. Для начала выберите свой караван. Он стоит на якоре к югу от Порт-Рояля. Караваны, которые вы можете атаковать, бывают трех видов. Во-первых, есть пираты. На них нападать можно всегда. Ваш вице-король будет очень рад, и ваша слава, соответственно, будет расти. Если решите поразбойничать сами, то нужно поднять на караване черный флаг и замаскироваться под пирата. Под черным флагом можно нападать даже на дружественные караваны, правда, вице-королю это не понравится. И в-третьих, есть караваны других держав, когда вы с ними в состоянии войны. Если заранее разжиться каперской грамотой, то нападать на них вполне законно, поскольку вы ведь действуете от имени вице-короля. Это называется политика. Здесь каравану можно дать приказ патрулировать. Тогда он будет наблюдать за окрестными морскими просторами и сам атаковать вражеские караваны, если их заметит. Дайте-ка сейчас такой приказ. Вскоре мимо будет проходить пират Калико Джек, и ваш караван на него нападет. Тогда вы сможете решить, хотите ли вы лично принять участие в бою, или пусть караван сражается самостоятельно. Предупреждает вас, что скоро начнется морской бой. Выберите его заранее, чтобы участвовать в сражении. Если будете слишком долго тянуть, бой пройдет автоматически.
Здесь вам показывают, что за караваны собираются биться друг с другом. Слева всегда ваш караван, справа караван противника. Самый важный фактор – приблизительная боевая мощь караванов, поскольку обычно побеждает более сильный караван. Пираты зачастую не заинтересованы в том, чтобы полностью уничтожить караван. Им ведь нужны товары, а затопленный караван или разорившегося торговца еще раз не ограбишь. Так что если дело примет неприятный оборот, есть смысл просто капитулировать. Теперь выберите, хотите ли вы сами принять участие в битве. И вот вы оказались в гуще битвы и можете в нее вмешаться. Сведения о вашем караване показаны слева, а вражеском – справа. Внизу отображаются ваши суда. Морской бой состоит из раундов. Каждый раунд все суда делают по одному ходу. Это значит, например, что если у вас больше судов, чем у противника, то и ходов у вас будет больше. Когда будет ваш ход, одно из ваших судов выделится на экране. Если у вас есть еще суда, которые не ходили в этом раунде, вы можете выбрать другое судно вместо выделенного. Вот здесь у вашего активного судна отображаются очки прочности. Чем их больше, тем больше отрезков, на которые разделена полоска. Если судно потеряет все очки прочности, оно пойдет ко дну. Кроме того, вы увидите, сколько урона может нанести бортовой залп активного судна. Пушки играют важную роль в бою, но важны и матросы. Если число матросов окажется меньше половины от максимума, урон тоже снизится. Здесь отображается фактическая сила экипажа. Она определяется в основном матросами на борту судна, но имеет значение и тип судна. Сила экипажа важна при абордаже. Чем больше превосходство экипажа, тем вероятнее успешный исход абордажа. У каждого судна есть очки движения, число которых зависит от типа судна. За одно очко движения судно может переместиться на одно поле в своем направлении движения. Очки маневра зависят от типа судна. Поворот судна на 30 градусов стоит 1 очко маневра, поэтому полный разворот потребует 12 очков. Однако судно может использовать не более 4 очков на одном поле. Не волнуйтесь, вы увидите расчет стоимости перемещений до того, как сделаете ход. Поля, до которых может дойти ваше судно, отмечены зеленым цветом. Выберите одно из таких полей, чтобы переместить судно туда. Вы можете ходить одним судном несколько раз за ход, если у него хватит очков движения. Когда вы уже не хотите или не можете ходить выбранным судном, выберите «Завершить ход», чтобы завершить ход этого судна. После этого вы не сможете ходить этим судном в этом раунде. Сейчас ходит Калико Джек. Он также выбирает судно и выполняет им перемещение и определенные действия. Крест на судне показывает, что оно больше ничего не может сделать в этом раунде. Теперь ходите следующим судном. Если вы выберете красное поле, ваше судно выйдет на огневой рубеж и даст бортовой залп по врагу. Каждый ход судно может дать залп с обоих бортов. Вы можете чередовать перемещения и действия как угодно. Ну, можете бросаться в бой. Только у меня есть для вас еще несколько важных советов. Взгляните вот сюда, на соотношение сил двух караванов. Чем больше зеленая полоска, тем выше ваши шансы на победу. Если вы уверены, что победите, то можете выбрать автоматическую оценку результата. Пока что эта функция отключена,
но позже оценка результата будет здесь. Вы можете принять оценку или отклонить ее и вернуться к бою. Еще один важный момент. Выбор тактик, которые можно использовать в бою. Во-первых, есть тактики судна. Каждое судно, в зависимости от типа, дает всему каравану свою тактику. Эту тактику можно использовать сколько угодно раз, но между использованиями есть период восстановления. Если несколько судов имеют одинаковую тактику, время восстановления такой тактики сокращается. Еще бывают капитанские тактики. Их вы получаете в ходе своих приключений в награду за выполнение заданий, которые дают вам в городах. Эти тактики при применении расходуются, но их запас можно в любой момент пополнить, просто выполняйте задания. То, какие капитанские тактики вы можете применять, зависит от уровня вашего капитана. Некоторые тактики доступны лишь опытным капитанам. Кстати говоря, применяются они только по вашему распоряжению, так что в автоматических боях все равно, что нет. Действуйте, а я скоро вернусь. Во время хода вы в любое время можете указать тип атаки для выбранного судна. Ядра в основном наносят урон по корпусу. Снаряды с картечью значительно прореживают экипаж вражеского судна. Это может быть важно, если вы хотите взять судно на абордаж. У вас всегда есть оба типа боеприпасов. Покупать их специально не нужно. Если вы выберете этот тип атаки, экипаж приготовится взять другое судно на абордаж. Чем больше сила вашего экипажа по сравнению с экипажем противника, тем выше вероятность успешного абордажа. Эта вероятность отображается, когда вы выбираете подходящее судно. Если абордаж пройдет успешно, оба судна приостановят действие до конца боя. Если же маневр не удастся, атакующее судно потеряет один ход. Пробуйте, а я вернусь через минуту. Еще одна важная подсказка. Пушки, не выстрелившие в течение хода, заряжались зря. Так что старайтесь, чтобы за один ход судно успело дать залп с обоих бортов. Само собой, задача эта не из легких, ведь маневренность судов ограничена. Ну что ж, теперь отправьте Калика Джека на корм рыбам. А мы с...
что ж, вражеский караван потерял все суда. Вы взяли судно противника на абордаж. Вам удалось награбить товар, потому что у противника не было грузов на борту. Понятно. Вам не удалось награбить. С карты сокровищ. Дело для вас найдется по всем Карибам. Вице-короли, города, торговцы, жулики. Всем им что-то нужно. Все что-то ищут, все могут вам что-нибудь предложить. А еще есть легендарные и на удивление хорошо спрятанные сокровища. Надо только не зевать и не упускать возникающие возможности. Если вашему вице-королю начнут жать его изящные туфли, он даст вам знать об этом, сделав отметку на своем символе. А подробности расскажет, когда вы явитесь к нему на аудиенцию. Отрадно, что вы пришли. Принимать или отвергать пожелания вице-короля нельзя. Это ведь всего лишь пожелание. Но если сделаете то, чего он хочет, он обратит на это внимание и в награду обильно наделит вас славой. Теперь закройте этот диалог. Если какой-нибудь город столкнулся с нехваткой того или иного товара, или с другой какой-нибудь проблемой, городские власти могут разместить заказ. Взгляните. Севернее Порт-Рояле есть город Сантьяго, где такой заказ как раз размещен. Прочитайте его и примите. Если вы выполнили задание города, вести об этом быстро разнесутся по окрестностям, и ваша слава возрастет. Вы также узнаете тайны мореплавателей и научитесь новым капитанским тактикам. Кроме того, такие заказы часто бывают выгодны финансово, поскольку состоят обычно из доставки крайне необходимых товаров. Есть на свете и другие возможности, которые не надо упускать. Например, иногда в море можно заметить потерпевших кораблекрушения, а на берегу – тайники с товарами, если ваш караван подойдет достаточно близко. Выведите караван из Сантьяго и пройдите вдоль берега на запад. Там я оставил вам письмо в бутылке. Его надо только найти и выловить из воды. Плыви быстрее.
Глядите, это фрагмент карты сокровищ. Должны, наверное, существовать и другие такие фрагменты. А заполучить их можно самыми разными способами. Каждый такой фрагмент всегда заносится в ваш бортовой журнал. Откройте-ка сейчас журнал и найдите в нем вкладку с картами сокровищ. Здесь хранятся все фрагменты карты сокровищ. Когда найдете середину карты, можете отправляться на поиски сокровищ. Если они увенчаются успехом, это поспособствует большому росту вашей славы на Карибах. Заодно, пока у нас открыт журнал, загляните на вкладку целей. Ваша страна ждет от вас многого. Здесь можно прочесть, чего именно. Но в своих действиях вы свободны и независимы. Если слава и процветание вашей страны вас не интересуют, тогда эти цели не более чем рекомендации. На этом мы закончим с миссиями, пожеланиями, возможностями и славой. Это то, что поможет вам построить себе виллу на морском берегу. А школа, как всегда, благодарит вас за проявленный интерес и выражает надежду на положительную оценку с вашей стороны. На выходе не забудьте взять бесплатную бутылку рома. Учебный морской. Хочу учебный. Я ж недавно учился. Добро пожаловать на урок, посвященный морским боям. Это просто уп...
сделано, что... Ха-ха-ха-ха, да? А, у тебя один тонет. Шустрее. Этот очухался. А мой чухался. Да капец полный. Играли. И что? А, это должен быть. И что? Я не знаю, как его... Всё. Что ж, на этом я с вами... Прощаюсь, извините за такую беспорядок. До скорого, всем удачи, всем пока.